Всем привет! Вот уж я не думал, не гадал, что до отпуска у меня еще получится выбрать время для съемок новых материалов. Времени оказалось немного, но оно есть. И сегодня я предлагаю вам еще одну загадку. Как и две предыдущие, она про двери и тоже по просьбе одного из пользователей. Загадка выглядит следующим образом. Это, наверное, что-то типа шлюзовых дверей. Я сейчас попытаюсь активировать. Как видите, все происходит медленно и логика действия, в общем-то, понятна. То есть поршни по очереди выдвигаются и создают нашу дверь. Здесь схема, как видите, медленная, простая. И просто вертикальной связкой у нас сигнал передается на все поршни. Вот так. Разумеется, интереснее было бы сделать эту схему с минимальной задержкой. То есть задержкой в один клик между срабатываниями поршней. Выглядят поршни внутри вот так, такое расположение. И, разумеется, такую же схему, рабочую, с задержкой в один клик я сделал. Она вот здесь. Как видите, срабатывает она, естественно, в разы быстрее. Здесь я не стал ничего с кожухом мутить, в принципе, все понятно и так. То есть схема, она занимает один блок по краям от прохода. То есть фактически не выходит за границы поршней. На самом деле вариантов, как это сделать, достаточно много. Я когда начал строить, понял, что реально возможностей очень много. Но предлагаю вам попробовать свои силы в изготовлении такого механизма. Единственное, что давайте поставим такое условие, немножко усложним задачу. Вот здесь... рядом с поршнями, ну точнее даже вон на том примере, пожалуй, покажу, вот здесь на пустых местах нельзя ставить цветокамень. Потому что с цветокамнем все получается намного проще, но чаще всего в дизайн он может не вписаться. Так что подумайте над вот такой загадкой. А на этом пока все. Разумеется, ваши варианты оставляйте видеоответами к данному видео. Большое спасибо за внимание, не забывайте оставлять ваши оценки, комментарии, подписываться на канал. Пока!